вирусник будет. Сразу говорю, только вот он, Касперский, только по-английски сразу говорю. Нажимаете. ИСК нажимаете. Здесь ставите на русский язык. Здесь смотрите, какое у вас графические ограничения. Самое главное, чтобы смотреть о вашем, как там, какая у вас это видеокарта была. Ну, поменьше, значит ограничено, значит ограничено. Ну, в принципе, она не имеет, но все равно. Вот побольше, значит побольше. У кого нету, значит вот эту ставить. Это чисто для проверки. Загружается. Не бойтесь. Кстати, эта система полностью Linux. Вот она, ваша видеокарта. Вот здесь вот у вас написано система Linux. Работает она на всех системах. На ваша полноценная оперативная система. Здесь отказаться, естественно, я принимаю все. Принять. Анализация идет. Проверяет ваш компьютер полностью и работает, например, с Linux. Вам придется скачивать программу только Linux. Вот здесь вот начать работу, антивирусы все, вот полностью проверять всю вашу систему. Но вот еще раз говорю, лучше всего загружать рутусом на мультифлешке, для того, чтобы нужна, чтобы у вас было много как бы для работы и много, как я сказать, программ загрузилось, чтобы работать с ними. А так она чисто для проверки, для бизнеса, ну и все остальное. Кто умеет Linux заниматься, тот Linux. Ну, в принципе, и все, продолжение банкета дальше.